Салонные сборы – обычное дело, там в пике талон не пробить. Кокильки в консерве, народу набито, и тянет поговорить. Один говорил, как они задолбали, по полчаса ждешь, а их нет. Второй отвечал, коммунистов убрали, так вот вам в Европу билет. А первый сказал, коммунисты уж были и жили при них как в дерьме. Второй отвечал, виноваты бандеры, вас мало гнобили в тюрьме. А бабка сказала, да раньше мы жили, потом очень тихо под нос. Меня мужики так когда-то любили и не мучил, как нынче кондрос. А дед заорал, был бы жив нынче Сталин, порядок бы быстро навел. А то распустились каждый мнит, что он барин, расстрел бы на месте я ввел. А бабка сказала, я видела лично, водитель бензин как сливал. И все-то им мало, имеют прилично, канистру таксисту продал. И вышла толпа у метро, продолжая болью делиться своей. И каждый пошел своей дорогой, троллейбус поехал своей.